Завершением дня физкультурника стал ночной велопробег «Крути педали вместе с нами». В массовом заезде приняли участие более 500 велосипедистов. К ним присоединились и наши корреспонденты. Участники велоночи стартовали с площади Республики, затем поднялись к проспекту Ленина, проехались по улицам Гагарина и Калинина и вернулись к столичной администрации. Общая протяженность маршрута составила более 6 километров. Мы велопробеги проводим часто, но вот чтобы ночью, еще по центральным улицам города, это, конечно, проводится впервые. Участники соревновались между собой не только в скорости, но и в креативности. Особым вниманием пользовались велосипеды с оригинальной подсветкой. На старт были приглашены и активисты клуба велотуризма «Солнце на спицах». Они рассказали чебоксарцам о правилах безопасности на дороге, а потом возглавили колонну велосипедистов. Я привык к здоровому образу жизни, физкультурный спорт мне очень дорого, очень люблю легкую атлетику и велоспорт, остальные понемножку. Велопробег сопровождала громкая музыка и голоса ведущих. За колоннами с интересом наблюдали пешеходы, им сигналили автомобилисты. Очень важно вести здоровый образ жизни, потому что я сама врач и знаю об этом не понаслышке. А велосипед очень помогает здоровью, сердцу и всему остальному. Глава города Леонид Черкесов отметил, что накануне Дня Республики в Чебоксарах появилась велодорожка длиной 7,5 километров, обустроенная по всем правилам. И с каждым годом их будет больше. Мария Леончик, Расиль Мухаметов, Республика.